Если вы считаете, что Таиланд, Доминикана или Сейшелы – это рай, а глядя на сугробы за окном, сложно так не думать, то не торопитесь с выводами. Во всяком случае, съемочная группа нового ситкома «Остров» может изменить ваше мнение. Подробности в следующем сюжете. Для начала немного о сюжете. Четырех девушек и четырех парней высаживают на необитаемом тропическом острове для съемок реалити-шоу. Выполняя задания, они борются за любовь зрителей и, конечно, за солидный денежный приз. Схема простая. Берег чистый, море теплое, фрукты свежие, перспективы радужные, только вот... Яхта со съемочной группой взорвалась. Мы на острове одни, и никто не знает, где мы. Ой. Ой, это еще мягко сказано, хотя за кадром у съемочной группы возможностей, а главное желание смачно выругаться, хватало. С чего бы начать? Ну вот, например. Пилотный выпуск сериала 2 года назад снимали в Доминикане. В день, когда съемочная бригада приехала на пляж, там происходило задержание корабля, на борту которого находилось около 80 тонн кокаина. Рядовая такая, знаете ли, ситуация для местных, но россияне к такому не готовились. А их под одну гребенку с преступниками, что называется, лицом в песок и на вертолете за решетку до выяснения. После этого решили дружественную республику покинуть. Съемки перенесли на Сейшелы. Прости, пожалуйста, я не хотел тебя напугать. Казалось бы, все теперь пойдет по плану, хоть и жесткому. А съемочный график легко описывается словом «беспощадный». Еда, сон, а в остальные 23 часа – работа. Такие испытания не каждому по плечу. Так еще и создатели ситкома – люди крайне увлеченные, если не фанатичные. Ради красивых планов – на лодке в шторм да сквозь рифы по 4-метровым волнам. Ради живых эмоций – актера на костер, чтоб одежда подгорала. А когда у нас закончится еда, кого мы первого съедим? Съемочная бригада провела долгих 4 месяца в тропической жаре вдали от дома. Кстати, среди этих счастливчиков оказался и наш земляк. Хабаровчанин Роман Хан исполнил роль гида, коренного жителя вымышленной страны Синам. Вместе с коллегой по цеху Григорием Калининым Роман, к слову, совсем скоро приедет в наш город. По секрету, на закрытый предпремьерный показ, который состоится 2 февраля. Увидеть новые серии «Острова» раньше прочих, получить тропические подарки и, конечно, задать свои вопросы актерам, возможно, удастся и вам. С 25 по 29 января в нашей группе ВКонтакте специальный розыгрыш. Участвуйте. А 8 февраля в 20:30 включайте Даль ТВ ТНТ, чтобы среди зимы отправиться на остров. Тут офигенно! Дмитрий Павленко для программы «Настоящее время».